В документе, подписанном Верховной Радой в понедельник, отсутствует суверенитет территорий, однако местные выборы в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике состоятся 18 октября, сообщил во вторник глава ДНР Александр Захарченко. Захарченко также сообщил, что видел документ, предложенный президентом Украины Петром Порошенко и принятый в понедельник Радой. Он, Порошенко, РЕД, полностью выполнил свое обещание, он полностью убрал суверенитет территорий, продолжил он. Парламент Украины по предложению президента принял в понедельник в первом чтении проект изменений в Конституцию страны в части децентрализации. Принятие документа вызвало протесты со стороны ряда депутатов. После голосования у Рады происходили беспорядки, 124 человека пострадали, порядка 30 человек задержаны. Один военнослужащий скончался в больнице. Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков обвинил в происходящих беспорядках националистическую партию «Свобода». Представители ДНР и ЛНР ранее отметили, что поправки в Конституцию Украины не были согласованы с властями самопровозглашенных республик, как это предусмотрено Минскими соглашениями, и не были вынесены на обсуждение в рамках Минского процесса. По мнению МИД РФ, предложенные Порошенко поправки являются лишь имитацией выполнения Киевом минских договоренностей.